Шановні і дорогі народні депутати, дорогий український народе! Почати свій виступ я хотів би зі слів вдячності. Вдячності сьогодні українському парламенту, Українській Верховній Раді. Вдячності за те, що парламент знайшов в собі сили в найважливіший і, можливо, найважчий час в історії України об'єднатися. Об'єднатися, зруйнувавши сценарій країни-агресора, який розповсюджує чутки, що в Україні панує розбрат, а український парламент не здатний приймати ані Конституцію, ані закони, ані реформувати країну. Ваші найважливіші рішення, які ви продемонстрували останнього тижня, починаючи від законопроєктів про застосування системи ProZorro в Збройних силах України і завершуючи законопроєктом про ліки, є свідченням того, що країна рішуче реформується. Дякую вам за це. Да, ми це робимо на виконання міжнародних зобов'язань, які ми всі взяли на себе перед міжнародними організаціями. Але в першу чергу ми це робимо для українського народу. Кожен з нас, я під час своєї президентської кампанії, ви, кожен на своєму окрузі або в партійному списку, обіцяли, що ми захистимо право на справедливість, захистимо українців, змінимо судову систему, забезпечивши її повне перезавантаження. Це дуже нелегко рішення, дорогі мої. І в країні панує шалений опір нашої рішучості. Але без того, щоб ми сьогодні прийняли це рішення, нічого не буде. Едва заняв еще теплое после Яценюка премьерское кресло, новый глава правительства Украины Гройсман спешит отличиться. Причем буквально. Если предыдущее правительство, пришедшее к власти на волне общеукраинских мечтаний о европейском будущем, не выражено в конкретных цифрах, преуспело лишь в том, что средний заработок мечтателей упал с 500 евро до 160, то новый премьер начинает с обещания украинцам процветания уже в ближайшее время. Средняя зарплата в 1000 евро, как у ближайших соседей в Польше и Словакии, вот-вот поставит Украину в ряд самых благополучных европейских держав. И как издевка над этим, с декабря текущего года минимальная пенсия и минимальный прожиточный минимум повысится на 50 гривен. До 1500 гривен в месяц. Чтобы было понятно, только за тепло по новым расценкам владельцы 2-3-комнатной квартиры будут платить от 2 до 3 тысяч гривен. Они говорят, что власти говорят, что бедные этого не почувствуют, потому что пойдет какие-то адресные дотации. Какие адресные дотации? Чтобы были эти адресные дотации, должны быть деньги. Денег на Украине нет и не будет. Единственный их источник – Международный валютный фонд. Условия выделения новых траншей – шоковая терапия. Уже принято решение о повышении с 1 мая цен на газ и электроэнергию и с 1 июля тарифов на тепло и горячую воду. Почти вдвое. Известно, что при нынешнем соотношении доходов украинцев и цен на основные товары и услуги большинство граждан окажется за чертой бедности, особенно пенсионеры, бюджетники, молодежь, семьи с детьми. Но МВФ уже требует повышения всех налогов и сокращение социальных выплат, особенно в сфере здравоохранения и образования. Такова реальность. Но есть и мечта – жить так, как живут в Польше и Словакии. И, видимо, для того, чтобы эта мечта имела зримое выражение, новое правительство приглашает на работу новых иностранцев. Как раз из Польши и Словакии. Кого бы ни назначали, какие бы конкретно посты ни занимали иностранцы, будь они проводниками влияния других государств, будь они даже и честными, объективными людьми, которые пытаются что-то сделать. Они не смогут ничего сделать, пока не поменяется структура украинской экономики, пока не поменяется модель управления, пока украинское политическое руководство не займется развитием экономики страны.
«Боже, храни Украину!» – так в Польше прокомментировали информацию о назначении представителем президента Порошенко в правительстве Украины Лешика Бальцеровича. Автор польской шоковой терапии, бывший министр финансов и глава Национального банка Польши считается основоположником польского экономического чуда, при воспоминании о котором большинство поляков охватывает дрожь. Да, страна, пройдя через его шоковую терапию, действительно со временем преуспела, но рассчитывать на Бальцеровича как на панацею от украинских бед не приходится. Польша была последней страной, которую американцы за уши дотягивали до нижней планки уровня жизни в Евросоюзе. На этом вот такая модель формирования Европейского Союза закончилась. Началось расширение, когда как бы оставалось вот это высокоразвитое ядро, и к ней присоединялось низкоразвитая периферия, которую, честно говоря, можно было бы назвать экономическими колониями, скорее, внутри Европейского Союза. Это страны Восточной Европы, типа Болгарии, Румынии, стран Балтии. И, собственно говоря, именно на основе этой модели и было построено соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Еще одним варягом, приглашенным в Киев для того, чтобы убедить обывателей в скором благополучии, стал другой экономический кудесник из Восточной Европы, бывший вице-премьер Словакии Иван Миклош. Наотрез отказавшись сменить словацкое гражданство на украинское, он умело увернулся от перспективы стать министром финансов в кабинете Гройсмана. Вместо этого он возглавит так называемую группу стратегических советников, состоящую из граждан Польши и Словакии и финансирующуюся из источников, которые не разглашаются. В первую очередь, главная причина назначения иностранцев власть в Украине связана с созданием образа, в первую очередь, для Запада, что в Украине власть готова идти на реформы, что она открытая, прозрачная и так далее. То есть иностранцы – это для внешнего потребления. Да? То есть они в украинской власти должны быть такой некой ширмой. Ширмой для, на самом деле, различных, в том числе и теневых схем. Статус советника, оплачиваемого не из украинского бюджета, при нынешнем раскладе идеален. Никакой ответственности за действия тех, кому ты советуешь, и при этом полная информированность и возможность держать руку на пульсе украинских финансовых потоков. Тенденция такова, что скоро из всех иностранцев, еще совсем недавно руливших тонущей Украиной, при государственной должности останется только глава Одесской области Михаил Саакашвили. Да и тот, судя по словам его бывшей одноклассницы и соратницы в правительстве Грузии Лали Морошкиной, сейчас дожидается на Украине возможности реванша в Тбилиси. Несколько высокопоставленных чиновников Саакашвили задержаны, кстати, на Украине, где они перевозили кэшем деньги. Для них очень трудно как-то вот вложить эти деньги, но эти деньги вкладываются для устроения Майдана в октябре 2016 года в Грузии. И это опасно для моей страны. Я еще раз говорю, недооценивать эту дьявольскую силу нельзя. Это человек, который может реально с нуля начать все заново. И еще одно, ему больше некуда деться. По мере сокращения количества иностранцев в креслах государственных чиновников, их становится все больше в руководстве ведущих украинских предприятий. Вот этот молодой человек в очках, в недавнем прошлом лидер скандальной польской рок-группы, теперь возглавит украинские железные дороги. По его собственному признанию, до назначения ему ни разу не доводилось воспользоваться услугами украинских железнодорожников. Теперь Войцех Бальчун намерен восполнить этот пробел, чтобы определиться с тем, что же ему нужно поменять. Здесь есть две стадии, да? Вот первая стадия, это когда назначались американские надсмотрщики. Они должны были быть там талантливыми, умными. Они должны были просто выполнять команды. И вторая стадия, это когда приходят международные аферисты просто потому, что всем остальным уже пора бежать. А аферисты всегда приходят последними, потому что они работают по принципу «стырил и удрал». Остатки еще работающих и приносящих Украине прибыль предприятий в срочном порядке переходят под управление иностранцев. Харьковский электротяжмаш возглавит живущий в Польше француз с говорящей фамилией Барбоса. Укрпочту – американец украинского происхождения Смелянский. Укрспирт – литовец Липскис. Практика ухода иностранцев из структур государственного управления и их появление в кабинетах директоров крупных предприятий свидетельствует об одном. С точки зрения Запада процесс формирования нового украинского государства
государства закончен, и надо успеть поделить то, что от него осталось. Напомним, что одним из требований МВФ остается скорейшая приватизация крупнейших госпредприятий, в том числе вносящих немалый вклад в доходы бюджета. Список таких предприятий, утвержденных постановлением нового кабинета министров Украины, содержит более 300 объектов. Надо дружно жить и мирно, чтобы не было никаких сводней и бродней таких. Ну что, для Украины ничего не сделал? Отрицательно. Почему отрицательно? Чем не нравится? Ну, неадекватный. Полнейший неадекват. Да, в принципе, знаете, что еще 20 лет назад мне сказал один мужчина, что придет такое время, что Украина обгонит Россию. Понимаете, она так это уже было давно известно. А то, что Порошенко просто попал в это время, поэтому никакой разницы нет. Не был бы Порошенко, был бы другой. Просто застой нашей России, он еще долго будет. Мне кажется, ему надо в детский сад идти с такими действиями. Не доучился, видимо, в школе, поэтому тупит. Ну, человек исполняет определенные правила. Он был, Порошенко же, он был практически во всех кабинетах. Причем человеком ответственным. Имеет бизнес в России. Я думаю, что это человек, который устраивает стороны просто сейчас, в данный момент. И пока он в этом русле действует, он будет и иметь бизнес, и просто будет жив. Честно говоря, мне его жалко. Вот, как человека. Были родными людьми, стали абсолютно чужими. Отрицательно. Никак. Почему никак? Это не моя страна. Отрицательно. Война как продолжалась, так и продолжается. Как гибнут люди, так и гибнут. Самое главное. Потому что много говорит, а мало делает. Все не нравится. Абсолютно все. Просто, по-моему, какой-то Гитлер на этом месте. Поэтому я считаю, что просто это позор для Украины, если честно. Не очень-то хорошо. Впрочем, я последние 25 лет ничего хорошо не оцениваю. Раз страна разрушена, и мелкие князьки сидят. Что Петр Порошенко объявил... Петро Шоколадный. Объявил о том, что, возможно, вполне в правительство украинское придут иностранцы. И уже есть даже некоторые заявления от лидера блока Петр Порошенко в Украинской Раде, который говорит о том, что некоторые ключевые посты могут быть заняты иностранными представителями. Ну, объяснение такое, что они не подвержены коррупции, поскольку являются внешними управляющими, а эксперты говорят в этой связи о том, что фактически вводится внешнее управление Украиной со стороны Запада. То есть насколько здесь серьезна эта ситуация? А я думаю, что в этом, может быть, это даже лучше, вы знаете, потому что Петр Порошенко, ну, он... В разных разборках участвовал, в разных компаниях существовал. Он прекрасно понимает, что такое мафия, что такое коррупция, что такое воровство. Он во всем этом существовал. И он бы не достиг успехов, если бы он не соображал и во всем этом не ориентировался, как рыба в воде себя не чувствовал. Он прекрасно понимает, что справиться не с националистами, не с фашизмом, не с Коломойским, ни с такими же перцами, как Коломойский, он уже не сможет. Эта ситуация вышла из-под контроля. И тут он хочет, я думаю, скинуть себе ответственность такую. Сказать, а вот извините, между прочим, министром у нас американец, вот это он все против вас затевает или не дает вам доворовать, как вам мечталось. Более того, я думаю, что это раздербанит Украину окончательно. Потому что многие будут недовольны, ведь придут... Что такое западные менеджеры? Они не против немножко украсть, но в соответствии с евростандартом воровства, вот так скажем. Ну, допустим, я не знаю, там 7 или 10%, но не 90%, как у нас. И я думаю, что это начнется очень серьезное противоречие на Украине. Грузия уже такое проходило недавно. И что, представьте, невозможно было, чтобы грузинские милиционеры, полицейские, не брали взяток на улице. А ведь не берут. Это пришел менеджмент Запада. Вы знаете, как отношусь к Западу. Но у Запада есть
все-таки свои плюсы. Например, они дисциплинированы, во всяком случае, если сравнивать сегодня с нашими менеджерами, которые не имеют профессии. Да, они недообразованы, но в своей узкой специальности они умеют работать, западные люди. Наши и образование сегодня не имеют, и работать не умеют. Все гостиницы, вот эти, в которых я останавливался, они не имеют обслуживания, если там не руководит, и извините за это гадкое слово, если менеджером там не иностранец. Борги відкрито виконавчі провадження щодо 5 квартир. Не є прихильники того, щоб ці квартири продавати. Ми робимо все для того, щоб все ж таки люди самі самостійно борги погашали і залишалися в своїх квартирах. Однак дуже є багато варіантів, коли це неможливо, коли люди цього не розуміють і думають, що з ними хтось грається. Саме через несплату комірного навесні весь Луцьк протягом місяця був без гарячої води. Через 10% боржників страждало все місто. Постачальники гарячої води та тепла поки що налякають киян масовими відключеннями від послуг. Але постійно натякають, саме від сплати комуналки залежить ремонт тепломереж влітку. Фонтани гарячої води з дірявих труб – це наслідок браку коштів. Виправдовуються комунальники. За таких боргів, скаржаться вони, не до інвестицій. Задовженість компанії «Київенерго» під НАК «Нафтогаз» становляє чуть менше 600 мільйонів ПВІ. Общі задовженості потребителів перед компанією – більше 5 мільярдів. Риск відключення від газу, звісно, існує. При наличі задовженості поставщики мають право прекратити поставку газу. У Києві, щоб якось знизити комунальний вантаж на збідніле населення, до кінця року обіцяють поставити на кожен будинок лічильники тепла. А також міська влада пропонує позики на утеплення будинку. Законом передбачено різні пропорції зарплат. Для суддів, місцевих суддів 30 мінімальних зарплат, для апеляційних 50, якщо не помиляюсь, для касаційних 75 мінімальних зарплат. Але до цього ще додається надбавка за стаж, надбавка за вчену ступінь, надбавка за місце провадження діяльності. Тобто це означає, що в середньому мінімальна там зарплата, скажімо, судді може бути десь близько там 40-50 тисяч гривень, а от ця зарплата може сягати там і 100-150 тисяч гривень. От, можливо, і більше. І це не є погано. Я розумію, що це є сьогодні звучить цинічно по відношенню до всіх інших наших громадян, які працюють в бюджетній сфері, але я вважаю, що нам краще мати суддів, які будуть офіційну високу зарплату отримувати, які мали би пройти через цей весь конкурс і мали би бути якісно відібраними без впливу президента, без, підкреслюю, впливу президента або його оточення.